Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вы задаете вопрос о том, что с недавнего времени вас начал интересовать вопрос о экуменизме, и вы спрашиваете, что это такое, и у вас на душе какая-то тревога. Я хочу сказать, что экуменизм – это ересь, которая осуждена Святой Православной Церковью. Ересь о том, что нельзя объединяться с другими религиями, надо блюсти свою православную веру, и даже нельзя молиться. Православным запрещено молиться с иноверными и инославными. Даже с христианами вместе, но других конфессий, католиками, протестантами, православный человек не может молиться. Он попадает под правила церковные, под запрещение, а священник, пресвитер, он извергается из сана. Но сейчас появилось такое сообщество людей, знаете, я бы назвал их даже некой сектой, или люди прельщенные, или люди действительно враги церкви, которые вбрасывают этот соблазн в церковное сообщество, обвиняя в экуменизме церковных иерархов, священников, патриарха нашей церкви или других патриархов. И они этот яд распространяют в сообществе верующих, чтобы в нас поселить недоверие к иерархам церкви, а через недоверие вывести нас из послушания. Когда человек выходит из послушания матери церкви, не доверяя епископу своему или патриарху, все, он уже ушел из церкви. Потому что в церкви мы находимся через послушание. Враги церкви это знают. И поэтому сознательно или несознательно вот эту вот клевету про экуменизм патриарха или иерархов церкви, или священников распространяют в нашей церкви. Через мессенджеры, через письма различные, через спам в соцсетях. Я хочу вам сказать, берегитесь этого, где вот это вот про экуменизм, про обвинение кого-то в экуменизме, распространяют информацию, сразу блокируйте этих людей и не читайте ничего. Я вот человек, который уже в церкви не первый год, и имеющий духовное образование, и среднее, и высшее, и семинарию, и академию закончил, еще у меня есть такой кругозор светский, я еще университет закончил в свое время. Я и то не читаю это, потому что мне это читать противно, эту клевету про иерархов. Я знаю, что это вредно, и не хочу отравлять свою душу этим. Поэтому вы тоже от этого берегитесь, просто должны знать, экуменизм – это ересь, а православная церковь не принимает эту ересь, иерархи не принимают эту ересь, а враги рассылают клевету про патриарха и про или одержимые люди, или прельщенные люди рассылают клевету про иерарха, чтобы нас вывести в раскол. Я знаю многих людей и священников, которые ушли из церкви, поддавшись этой клевете на патриарха. И я знаю людей помраченных, в том числе и священников, которые не поминают патриарха, наверное, потому что они поддались этой клевете. Причем там сатана, как всегда, оперирует тонко, показывая факты, которых нет, переворачивают эти факты. И даже священники часто запутываются в этой клевете на священнослужителей и начинают уходить из церкви. Поэтому, чтобы не уйти из церкви, вот эту информацию, тревожную информацию, греховную информацию, клевету на священночале, избегайте ее. Ищите информацию, как готовиться к исповеди, как причащаться у святых отцов. Читайте о смирении, о послушании и о других добродетелях. А вот эту клевету не принимайте. Помоги вам, Господи.